It's fucking cringy. Ребят, выходной день, праздник, сегодня День России. Самое время, погодка шепчет, затестить что-нибудь мясное. И сегодня это бургеры от Мираторга из говядинки. Всем привет, друзья, это рубрика «Дай проверю», меня зовут Макс. Сегодня у нас обзорчик на бургеры от компании Мираторг. Да-да, тот самый Мираторг, о котором мы уже устали говорить. Ну что поделать, если в наших магазинах совершенно нету нормальных, интересных, красивых и красочной упаковки продуктов, которые можно было затестить. Везде лежит Мираторг. Вот эта новинка, Мираторг бургер из говядины, кстати, есть из курицы и еще из свинины. Я нашел в магазине, опять же, «Линия». Мне показалось, что это новинка, действительно, потому что были чизбургеры, были еще какие-то там с булочками от Мираторга, а вот эту новинку я не видел. Что у нас здесь, ребят? У нас здесь 4 котлеты, а выращены, значит, это как обычно Мираторг выращивает в великой житнице, где растут самые лучшие бычки Брянской области, конечно же. Не Смоленской, ребят, а в Брянской. Брянская область намного отличается от Смоленской, потому что там растут эти ангусы. Что у нас по упаковочке, ребят? Здесь 450 грамм, 4 котлеты, 4 порции. На обороте есть рецепт, как приготовить. Даже пошаговый, послойный рецепт расписано, как все укладывать. Да? Верхняя часть булки, лист салата, огурцы, помидоры, лук, сыр, котлета. Снова лист салата и снова нижняя часть булочки. Мы можем приготовить котлету на сковороде 12 минут, либо на гриле 15 минут. У нас есть гриль домашний, на улице сегодня погодка не очень, поэтому мы решили все это сделать дома. Давайте откроем и посмотрим, что внутри. Вот так они выглядят. Котлетки 4 штуки. Давайте, ребят, мы их взвесим. Раз, два, три, 4. Сколько там у нас? 458 граммов из заявленного 450. Неплохо, ребят, не обманули, не дать не взять. В составе этих котлет, ребят, у нас полуфабрикат мясной рубленный, формированный категории Б. Наверное, есть еще категория А, и она, наверное, лучше, значит, это чуть похуже, не знаю. Значит, состав: говядина, вода питьевая, яичный белок, альбумин какой-то сухой, пищевые волокна, соль, перец черный. Самое главное, соль, перец есть, значит, можно смело класть на гриль. Давайте это же и сделаем. Котлетки немножко оттаяли уже. Повторная заморозка их не рекомендуется. Меня это сильно пугает всегда. Погнали! Гриля у нас не хватает на все 4, у нас только 2 вмещаются. А куда же девать эти? Наверное, придется опять в морозилку положить. Ну что, ребят, закрываем крышкой. Оба! Прижмем немножко. Ждем, не знаю, сколько мы ждем, сколько заявляет производитель. Производитель советует в гриле греть не более 2 минут с каждой стороны, ребят. Итого 4 минутки и 1 минута для того, чтобы они остыли. Ну да, что вы, это же ангус. Ну что, наш чудо-гриль готовит сразу с двух сторон, поэтому время немножко больше занимает это. На самом деле он, мне кажется, медленный, поэтому время я даже не засекал, но уже, наверное, прошло минут 5. Давайте посмотрим, что там внутри. Вау, ну не знаю, стоит ли еще оставлять готовить или уже можно снимать. Ну давай, пускай еще немножко полежат, да? Ну что, ребят, все готово, котлеты отдохнули, мы уже готовим бургеры. Давайте для прикола, скажем так, взвесим одну котлету, сколько она будет весить. Фольга, я думаю, особо ничего не весит. 100 граммов ровно, здорово, здорово. Посмотрим, как выглядит мяско. И сделаем... Ну, не сказать, чтобы так прям аж бургер. Ну, сделаем булочку с овощами и с этой котлеткой. Возьмем вилочку и разрежем эту подошвочку. Как вам видно? Ну, не знаю, может быть, передержал я ее. Но выглядит неплохо и на запах тоже отлично. Ну что ж, давайте теперь сделаем бургеры. Мы не кулинары, поэтому показывать вам рецепт, как мы делаем бургеры, я, конечно, не буду. Мы там втихаря у себя все это сделаем, а потом вам уже покажем, ребят. Сколько же у нас получилось граммов готовая порция? 236 граммов, ребятки. Самое главное, чуть не сказал.
Готовый бургер у нас 236 граммов, неплохо, да? А самое главное, это по цене. По цене эти 4 котлетки стоят 269 рублей. Сами считайте, дорого это или нет. Ну что же, будем пробовать бургер. Так у нас выглядит красота вот эта вот. Кулинарный шедевр, да? Приятного аппетита! Ну что, ребят, какую можно дать оценку? Наши мнения разделились. Мы все остались, каждый при своем мнении. Кто-то давал 3, кто-то давал 4. Поэтому среднюю оценочку мы высчитаем в районе около 4 баллов. Обязательно, ребятки, посмотрите вот эти вот ролики. Тоже компания Мираторг. Подписывайтесь на наши соцсети. Всем пока! С вами был Макс, рубрика «Дай проверю». Удачи! Нет. Слава Богу, Господи.